Привет, ребят, мы с вами продолжаем проходить синдикат. Я в поезде, потому что мне нужно забрать доход. Он сейф, то есть переполнен весь был. Поэтому я был вынужден. Я был просто крайне вынужден это сделать. Так, я бы хотел еще кое-что посмотреть. Я бы хотел посмотреть, сколько у меня теперь денег. 4900. Я, к сожалению, так и не смогу пока что вложиться в пабы. Но мы с вами можем попытаться быстро переместиться вот в эту степь. Сможем? Точку обзора мы никакую не открывали здесь, да? Максимально близкая точка обзора слева, по идее, где-то. Вот оно, быстрое перемещение. Ну давай. Давай сюда. Чтобы продолжить выполнять задание, собственно. Я уже говорил, мне не шибко интересные второстепенные задачи. Хотя, конечно, они поставлены здесь интересно. И... ну, без них не обойдется никак. Я себя знаю, я... ла-ла-ла-ла-ла-ла языком, а потом возьми да и выполни что-нибудь. Параметр смертности увеличивает количество здоровья соперника, необходимого для состояния... при смерти. Ага. Ну, то есть быстрее доводим его до состояния, когда мы можем его добить. Синхронизируйте точку обзора. Ну, да, я собираюсь как раз посетить парочку на юге Лондона. Воу! Как раз для того, чтобы мы с вами все это сделали. Так, я бы хотел... вообще, Вестминстер можно освободить. Сейчас охота за головами, охота на тамплиеров. Ни хрена себе, тут уровни рекомендуются. 9, 9, 8, 9. Нет, ладно, тогда мы пойдем на точку обзора, на эту и на следующую. Сначала прыжок с Биг Бена, ребята. Охренительно. И смертельно опасно, если что. Ну как смертельно опасно, смертельно вообще-то. Так, подожди, а как нам? Нам на эту сторону. Нам на эту сторону. Перешагнем через ограду. Я бы хотел скоммуниздить какой-нибудь экипажик. Блин, но эти вот большие, здоровые. И вообще не полицейские, по-моему. Чё ты мне предупреждаешь, слышишь? Тебе хоть разве что шею намыли. Я, говорит, предупреждаю. Охренели совсем. Как-то очень много времени мне дают, да, на контратаку? Пойди тут не среагируй. Ты охренел. Совсем оборзел парень. Так, я хочу вот эту штуку получить. Отлично, спасибо. Не-не-не-не-не-не, ты мне нафиг не нужен, бросил. Все. Ребята, простите. О, кстати, подожди, подожди. Извини, что я тебя сбросил. Мне нужно убить этих преступников. Вы оборзели, слышишь? Они только что убили женщину эту. Уличное задание выполнено. Да пипец, выполнено. А он забрал, да, экипаж обратно? Так, я тогда возьму вот эту телегу. Это вот как раз-таки телега. Извини, дружище. Будем беспредельствовать. Я, по-моему, там человека прибил. Да, не смешно. Блин, жесть, эту телегу возит, а? Охренеть. Лошадьми прям впендюрились. Соседний экипаж. Там наверху есть... пошла. А, есть... нами любимые... Хеликс монеты. Я все время забываю, как они называются. И у меня поэтому такой дикий тупняк начинается. Просто ужас. Мозг начинает насиловать все свои уголки, чтобы
достать нужную мне информацию, но он не справляется. Все, что он начинает вспоминать, так это только Хеликс, 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 и все. И поэтому у меня в голове перебирается вот эта вот эмблемы, осколки, уголки, ну, что там еще, 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 еще. Так. А лошади сами уезжают. Да. Лошади сами уезжают. Давай-ка сюда. А до туда мы с вами L1, да, использовать будем? Нет, ни хрена себе. Да хер ли ты в воду-то прыгнул, слышишь? Давай, 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 давай. Нифига у тебя не получится. Жесть. Быстрее сюда. Там просто сундук, там видели, там можно ограбить. Ты, Джейкоб, короче говоря, начинаешь вот болеть болезнью Альтаира. Я так полагаю. Не, мы не достанем. Прикольно, музычка играет. Забавно. Да, тот груз мы не достанем уже, ладно. Погоди, а тут не просто так музыка играет, да? Тут что-то типа сфоткать можно или что это? Смотри. А, музыкальная шкатулка. Вон оно что. Вон как это собирается. Вот как собираются эти эмблемки. Ты глянь, музыкальную шкатулку подобрали. Отлично. Хранилище Ружа. Ну да, мы помним его. 32 музыкальные шкатулки доставить, бла-бла-бла. Диски предтеч. 32 шкатулки. Я с ума сойду все собирать. С моей любовью коллектаблс. Прикольно, что флаг, он как флаг. До него дотронешься, и он действительно шелохнется. Здорово. Что это не просто... Ну, какая-то такая заскриптованная вещь. Забавно. Охот за головами там у нас находится. Пошел, родной. Плюс аномалии Хеликс. Точно. Точно. Аномалии Хеликс. Вот как эта штука называется. Так. Стаб Пендра. Нам вот сюда. Я не знаю, друг, как мы сейчас туда попытаемся. Ух ты, молодец. Давай, 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 давай. Что ты делаешь? Я не допрыгну. Нет, не допрыгну. Нет, не смогу. Тогда сюда. И пошли отсюда. Через Аладдин вообще никак и никуда, да? Чисто такой челлендж для самого себя. Знаете игрушку про лягушонка, который должен прыгать на этап вперед? Ладно. Не буду заморачиваться. Который должен прыгать на этап вперед, потом еще вперед. И у него определенные ячейки для прыжка свободны. А еще со сторон постоянно ходят разнообразные. Ну подожди, мне его убивать что ли, да? Или кого? А, мне его забрать надо. Господин полицейский, вам совсем плохо, по-моему. Оставим парня. А, вон он. Вот он, парень этот. Саймон Чейз. Дополнительные деньги и опыт. Стратегия доставить объект живым.
Проваливай! Но не-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 не. Позаботьтесь о нем! Вот он! Там! Видели его? Проваливай! Мы сейчас с тобой вместе убежим. С дороги, с дороги, с дороги, с дороги, с дороги. Дружище, я все-таки попытаюсь тебя поймать. Давай, 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 давай. И все-таки. Что? Что вы делаете? Проваливай! На помощь! Вы охренели? Так, окей. Не-не-не-не-не-не-не, его не бей. Меня первый раз убили. Я мог лекарство изануть. Я не понимаю эту систему. А бандиты вообще исчезли? Нафиг. А менты появились. Это полицейские их спугнули, что ли? Наверное, да. А еще я выбрал дымовые, но почему-то не смог изануть их. А еще почему-то у Джейкоба всего лишь одна дымовая. Прям совсем. Бытует мнение, что Экскалибур, легендарный меч короля Артура, был на самом деле эдемским мечом. По-моему, эдемский меч мы брали в Unity как раз-таки. Зарабатывайте опыт, разблокируя черты, выполняя уличные и другие задания, и совершая различные действия и так далее и тому подобное. Хорошо, я все это сделаю. Где я сейчас появлюсь? Если мы появимся в штабе, это полный дикий провал. Мы появились не в штабе, мы появились где-то рядом, не захваченной сити. Так, подожди. Япон, алло, серьезно, что ли? Охренеть. Не, мы быстро сможем сюда переместиться, конечно, но это жесть. Да, да, давай. Постараемся больше не умирать. Очень много загрузок иначе будет. Это просто дичайшая херня. Ладно. Посетить поезд штаб и поговорить с Агнес, чтобы открыть новые задания в поезде. А я с Агнес как раз таки не говорил. Ну, зачем мне открывать новые задания в поезде, если у меня и так куча заданий? И, в принципе, они все открыты. Чего мне там открывать? Дымовые бомбы позволяют разорвать визуальный контакт с противником, давая возможность для побега или убийства. Да ладно, я как раз собирался им воспользоваться, но что-то как-то не срослось. Что-то как-то не вышло. По-моему, загрузки стали быстрее. По-моему, могу ошибаться. Район Темзы. Поставить меточку. Охота за головами. Поставить меточку. Давай, дружище. Человек столкнули за борт. Блин, какие быстрые эти паровые, а. Я забываю еще нажимать на кругляшок. Постоянно. Когда хочу нырнуть. Какие они быстрые. Слушайте, а меня может еще и это какого? Переехать напрочь, по-моему. Давай, мы нашли. Нашли того, кого похитить надо. Там пацаненок бегает. Еще немного, и я приду. Да не-не-не-не-не, с дороги. Я вон ухожу. Че ты мне паришь мозг? Я сейчас вот сюда, на берег, аккуратненько. Смотри, стрелок. Сейчас мы стрелка убьем.
Если я его найду, тебе не поздоровится. Как бы нам теперь к нему подойти? Видите, он постоянно смотрит в нашу сторону. Это плохо. Справа, по-моему, кто-то идет. Тише, 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 тише. Что? Мы ведь подружимся, да? Что? Что? Что вы делаете? Вы от мисс Свайнбурн? Тихо. Тихо, говорю. Только... Я же работаю. Ты собака, слышишь, говноед. На помощь! Куда это он? Я его продырявлю. Проваливай! На помощь! Мы сейчас с тобой просто выйдем, понял? Понял ты? Выйдем, говорю, просто. Так, я понял, ни хрена мы с тобой не выйдем. Тогда будем драться. Мои ребята набежали, ты глянь. А теперь ты, дружище. Слушайте, идешь со мной. Верится с трудом. Так куда мне его? Тише. Вот он, экипаж. Все, залез и не выпендривайся у меня тут. Столько гемора было. Выпустите меня! Не выбраться, выпустите меня. О, черт. За нами слежка. Со стрельбой. С дороги, с дороги, с дороги. Главное его... живьем, живых, живых, живых доставить. Господи, у меня аж язык заплетаться стал. А мы, по-моему, стали инкогнито. Полегче. Я не... Нет, мы не стали инкогнито. Нет, мы стали инкогнито, все хорошо. Я мы завершили. Оценить ущерб. Все нормально, какой нахрен оценить ущерб? Все хорошо, мне бы закупиться просто. Охота за головами завершили, да. Слушайте, ну, раз на то пошло, может, имеет смысл тогда вот этот район Темза и освободить, хотя здесь больше я ничего не вижу. А, ну, понятное дело, почему не вижу, потому что... Нет, вот охота на тамплиеров есть, потому что нужно вот эти вот части еще освобождать, вот эту реку Темзу, то есть полностью. Охота на тамплиеров. Мне, по идее, ее просто надо убить. Так, хорошо. Я понял. Я сначала зайду сюда. Тут у нас лавочка. Засушенный цветок. Непонятно, что за цветок. Ну, по пути я, быть может, и что-нибудь себе обнаружу. Так, в лавку сначала зайти надо. Эй, здорово. Хорошо. Столько всего? Ну-ка, давай восполни мне все, раз у тебя столько всего. Отлично, 10 ножей теперь. 10 ножей, потрясающе. Ну все. Что все? Ну все. Что за цветок? Хм. Еще какой-то коллектаблс, как непонятные 4 цветка таких надо собрать, по всей видимости. Ну, я понятия не имею, где их искать. Ну и ладно. Обожаю дождь в Лондоне.
Здесь это обычное, стандартное природное явление, к которому мы все с вами привыкли. Кто-то его любит, кто-то нет. Приобретает какой-то иной смысл. А игры начинают зависать под этот самый иной смысл. Да, действительно зависло все нахрен. Да, консоль зависла. Консоль зависла. А, ладно. Ну чё, ребят, я вернулся. Видите, каким макаром можно, оказывается, с башни спускаться без плавания, как я люблю. И мы довольно быстренько, довольно удачненько сейчас с вами дойдем до этой башни, до этой точки обзора, наконец, на которой у меня консоль зависла. Первый раз не такое, кстати. Так, хорошо. О, там убийца, да? Или что-то там читало? Собака. Я опять не успел спасти. Да. Уличное преступление завершено, 3 из 5. Мы в Юнити очень много в Париже спасали людей. Таким вот макаром. А вот в Лондоне почему-то мы с вами не успеваем. Я вот дико не успеваю. Так. Давай, у меня сохранилось все? Да, все, что я купил, все у меня сохранилось. Это хорошо. Теперь я готов подниматься наверх. Привет, ребятки. Че сказала? Видите, у них новые формы. Круто. Извините. Я готов подниматься наверх. Так, я надеюсь, ты больше не зависнешь. Очень надеюсь на это. Блин, с каждой точки обзора реально свой пейзаж. Восхитительный, красивый, но какой-то такой свой. Ну, понаоткрывали. Куча всего. Куча всего. Вон охота на тамплиеров. На территорию висельника вступаем. Чё ты? Не успела. Не успела. Нет, успела, ладно. Просто добью. Так, надо обокрасть. А ну, нет, обокраду. Еврей во мне просто мешает мне пройти мимо. Так, убить цель скрытым клинком, да? Для этого мне надо найти цель. Незаметно подкрасться к нему. А вот мы и нашли ее. Мартин Черч. Выполните это задание. Так, бла-бла-бла. Убейте его скрытым клинком, как настоящий ассасин. Оп. Иди сюда. Вот и все. По сути, это скрытый клинок. Главное, быстро сообразили, правильно? Давай я попробую комбо. Квадрат другой. А, ты ж мать. Ты бесишь меня. Дайте полную силу. Минус два за раз. Хорошо, ты будешь убиваться? Вот. Я просто кинул в него кинжал, я понял. Банальные просто. Так, и там причем еще двое.
Двое солдат стоят рядом, и они что-то как-то вообще не это... не реагируют на всю эту канитель, которую мы тут с вами устроили. Давай-ка наверх. Там где-то фигурка Хеликса. Буду называть ее по-своему. Фигурка, да как угодно, как-нибудь. А как ее взять? Так, я в принципе понял как. По идее как-то вот так, да? Да, 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 да. Действительно именно так. Все, отлично, охоту на тамплиеров мы выполнили. Чисто просто в рандомном порядке как-то освобождаем здесь территорию. Так, хорошо. Тут еще у нас что есть? Гонка из точки А в точку Б. Это я не хочу заниматься. Охота за головами. Леопольд Бакус. Блин, самая такая бесящая меня штука. Убежище банды. Ну ладно, пойдем. Попробуем украсть человека. Попробуем, что нет. Получилось. Доставьте объект живым. Ну, я так полагаю, здесь вот постоянно будет именно вот такая вот штука. Типа, доставьте объект живым. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, так-то объект найти надо сначала. Опа. Нет, это не то. Отмечайтесь, отмечайтесь. Так, там тоже кучер. Может быть, где-то тут. Эти кучеры, они как бы мои, получается. А, вон он. Вот он, Леопольд Бакус, так точно. Ты глянь, как их много тут. А тас, как их много. Я не тебя хотел убить. Кажется, я убил всех. Я не хотел их убивать. Так, стоять. Мне нужно вниз. Ой, внутрь, что ли, зайти? За тобой. Там мне надо убить еще, ко всему прочему. Стоять. Что тебе надо? Если хочешь жить. Ты из полиции? Ты меня ищешь? Я бы очень хотел вот посмотреть меня все это дело. За кражу не дают смертную казнь, но избежать ареста тебе все равно да не стой удастся. Ты, блин. Меня там убьют! Давай-ка побежим. Убийцам в тюрьме обычно приходится не сладко. Ты украл пару камней, так что расслабься. Только дай мне повод, и я убью тебя. Блин, так хотел здесь посмотреться, так скажем. Ни звука. Так, слева солдат.
Тише. Молчи, и будешь жить. Иди, 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 иди. Попробуй только пискнуть. Я почему-то застрял. А, во. Да я держи ты, блин. Вон, я вижу экипаж. Можно пробежаться уже. Спасите! Давай-ка, друг. Мы с вами прокатимся. Интересно, а можно было его сейчас здесь оставить в экипаже и самому уехать? То есть не уехать, а уйти вниз опять. Спуститься, чтобы забрать то, что я там оставил. Я просто туда вряд ли вернусь еще раз. По собственному желанию не хочу охотиться за всякими сундучками. Но вот по пути, когда я их оставляю, меня прям вот жаба гложет. О, потише. Тише, 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 тише. Все, приехали. С этим буду помягче. Спасибо. Следующая награда — костюм стрелка. Кстати говоря, о всех этих наградах. Я был в магазине Uplay таки и активировал себе... О, ловкий охотник, получили приз. Активировал таки себе все ништяки за Uplay, кроме костюм... О, кроме цветов. Так. Можем сюда пойти. Сейчас я посмотрю. Давайте-ка глянем. А, снаряжение. Значит, да, у нас оружие что-то там открылось, да, вроде как. Трость, клинок, арбаза. Вот, его я получил за как раз-таки за вот эти вот, за вот эту валюту. У нас трость, клинок эксперта, он покруче будет. Трость, клинок майя, а он крафтится. Остальное все, бог с ним. Наручи ассасинов. Так, ничего, огнестрельное оружие. Вот здесь, по-моему, пистолет. Да-да-да, вот. Револьвер 1856, по-моему, мы сейчас взяли. Тут требуется уровень. Вот, а револьвер точность... А, тоже требуется уровень. Ну вот его мы, по-моему, как раз-таки открыли. Четвертый уровень, 4000 за улучшение. Так, пояса появились. Значит, имеется пояс благородного ассасина. Пояс эксперта, дерзкого ассасина, доступно для создания, доступно для создания. Значит, мы с вами пояс благородного ассасина открыли. 2000 улучшения, купить 3000. На мне вот этот пояс улучшенный. Понятно. А, давай одену вот этот, посмотрим улучшение. Плюс 3, ни хрена себе дает. Давай, ладно. 5000. Я опять просрал улучшение за 6 кесов, получается. Да, костюм Эдварда открыл и костюм Эдсо. Ну, то есть то, что не буду носить, по сути. Цвета не открывал, улучшение инструментов не открывал, не буду. Огнестрельное оружие, наруч, оружие. Оружие тоже, по сути, не буду носить. То есть, ну, вот такие вот ништяки сомнительные, так скажем. Что у нас там? По навыкам. Три навыка доступно. Три навыка доступно. Что будем улучшать? В рукопашном бою урон. Даже не знаю. Стелс, наверное. Первая атака наносит еще больше урона. Возможно, даже смертельно. Ого. Четкая штука. Шестой уровень нужен из 6 ячеек. Нифига не. Крутая штука. Так, ладно. Давай я, наверное, еще скрытость себе улучшу. И все, я не буду париться. Период времени действия, время... Так и достигает следующая дар...
Я даже не знаю, надо тратить. Не, я не буду больше тратить. Не буду, да. Огнестрельное оружие, револьвер 1860 чего-то там какого-то года. Действительно, мы получили. И я решил... О, смотри, здесь сундук. Да, он причем снизу. Это как-то мы его постоянно пробегали. Ну-ка, смотри, кошечка. Забавно. Она, во-первых, меня не боится, во-первых, во-вторых, точнее, толкается, а в-третьих, с ней нельзя взаимодействовать, как в том же третьем Ассасине, жалко. Жалко. Там вот такой воитель с киской на плече был бы замечательно, как по мне. Да ладно, не смог оббежать, а ты глянь. Иногда не хочется использовать этот крюк-кошку. Давай спустись. А иногда хочется. Внимание, так, сожгите планы висельников, освободите пленных грачей. Планы висельников сжечь. Ладушечки. Зачем я второй кинжал использовал? Объясните мне, пожалуйста. Спускайся давай теперь. Срочно нужно обыскать, мало ли у них есть клинки. А у них нет клинков, твою мать. Все, ребят, я Бэтмен. Сожгите планы висельников. Где, блин, их планы-то найти? О! Ящик с нитроглицерином. Его можно подобрать и бросить, чтобы взорвать. Стоять. Давай-ка. До свидос. Они аж охреневают. Кто, чё, когда, куда, зачем вообще? Давай-ка вот так вот сделаем. Блин, она ушла, да? Из-под прицела, да. Давай наверх. Или вниз. Я могу в дырку эту влезть? Нет? Во-о-о-о, войди. Вот он идет, он услышал. Такой свист, испугался, придурок. Ночь над Лондоном. Thank you.
сколько осталось? По-моему... По-моему, по херне. Трое осталось. Ну, здрасте. Быстрее, 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 помогай. Блин. Блин, игра вообще не освободил. Сжечь не сжег. Ах. Да, не выполнили дополнительные мы задачи. Блин, ну грач этот, конечно, да, тоже освободился и давай в бой. В принципе, молодец, конечно, помог. Я ему никак помочь сразу не смог, потому что у меня комба была, ее никак не остановить вообще никак. Вот только я закончил комбу, он уже умер. То есть слишком быстро. Там я, конечно, когда прыгал на правого, я надеялся, что левый меня не заметит, если честно. Убежище банды завершено, ну чё? Что-нибудь здесь появится? Нет, не появилось. А чё, всё-таки гонку нужно пройти, да? Получается. Давай попробуем. Я не очень люблю гонки. Вот это у них тут драки. Так, еще один цветок где-то здесь справа. О, хер бы с ним, не хочу собирать. Все равно не буду собирать все. Зачем мне на него тратить время? Смысла как бы нету. Это вам, сука, за грача. Красиво. Ночью тоже очень-очень-очень красиво. Че это там? А, тоже бои, наверное, да? Пьяные. Блин, красиво. Очень красиво. Я прям кайфую, реально. Вот я как заходил в третий Ассасин на компе поиграть, да, чисто покайфовать, так и сейчас вот кайфую. Ну, привет, ребят, я с вами. Знал, что вы придете. Знал, что я приду. Да ты что? Посмотрим. Вообще, мне кажется, надо было точку осмотра справа еще открыть и повыполнять задания там, которые мы откроем. И тогда район, быть может, освободится. А тут... Так, ладно, ребята. Лондонские стрит-рейсеры. Давай, 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 конечно. Давай, 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 давай. Ускоряйся. Что за... Эй, что за херня? Я нажал, конечно, кружок. Что за бред? Я нажал кружок, ну так это же... А, квадрат таранит, как ты молодец. У меня внизу справа все написано. Япон налево. Четвертое место. Ладно. Это небольшой челлендж для меня. Я себе усложнил задачу. Ничего страшного. Просто себе усложнил задачу, вот и все. Давай быстрее. Джейкоб, ты справишься. Таран квадрат, понял? Таран квадрат, а не кружок. С дороги, с дороги, с дороги. Нагоняй. Опа. Вот мы уже вторые. А мы даже половину не проехали, так что все отлично. Все вообще замечательно. Блин. Места и одной жопе мало, а тут они две телеги впихивают. Зараза, мы упустили второе место. Я иду! Да с дороги ты, ё-моё. Полпути проехали, полпути. Извините за вот эту табличку снизу. Давай, 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 давай. Джейкоб, ну надо. Ну надо, друг мой любезный. Отлично, слушай, первое место. Первое место взял тот человек, который не очень-то любит это первое место держать.
блин, дорога чисто для одного. Чего они вообще хотят? Там три чекпоинта осталось. Два чекпоинта осталось. С дороги нахрен. Один чекпоинт остался, это финиш, я не успел. Я второй. Мы сражались как могли. Да, как знать, как бы все повернулось, если бы я тогда не выпрыгнул. Ну, за второй мы 450 монет получили, конечно. Продолжить. Че, реально продолжить можно? Типа новая гонка или что? А, нет, просто продолжить играть. Ну ладно, хоть что-то дополучили за второе место. Да, тоже приятно. Тоже приятно. Так, смотри, ламбят. Значит, вот это мы все освободили. Да, нужно еще вот здесь вот освободить, получается. Сад. А, не. Нужно только вот эту часть освободить. Блин, здесь вот еще. Я не понимаю. Немножко. Точка обзора вот тут имеется. Давай-ка мы туда сходим. Хотя, подожди. Погоди. Стоять. Быть может, лучше вот сюда сходить. Хотя быстрые перемещения имелись бы. Давай так и сделаем. Тем более 200 метров. Оно тут близко. Оно тут совсем близко. Считай, пару шажков сделали, и все, и мы на месте. Тем более с такими-то припамбасами. Вообще идеально. Блин, офигительно. Прям иногда даже хочется взять машину и покататься по всему этому великолепию, которое здесь нарисовано. Ей-богу. Так, торговец. Ты-то мне и нужен, дружище. Я очень много всего потерял. Очень много всего потратил. Сейчас, подожди. Так. Мне нужно купить у тебя все. Восполнить все, да. Тем более, не шибко ты это дорого. Это жаль. Я же у тебя все купил, что значит жаль. Ну ладно, нет, я не все купил, я восполнил все. Это значит, что все, что я потратил, восполнил. А я тратил-то немного. Всего там 7 ножей, считай, и все, да, получается. Блин, надо было доверху прям. Ладно, до самого верха. Мы просто с вами докарабкаемся. А вот и промышленная часть города. И промышленные пейзажи. И тоже своя красота. Освободите детей. Убежище. Офигеть. Да, тут тоже три такие ячейки. И даже гонки свои имеются. То есть, по сути, нужно... Да что ж такое, я вместо карты нажимаю options постоянно. По сути, нужно вот... А, нет, это ж... Это же другой город. Ой, другой район. Ладно, надо перемещаться сюда уже. До остальных точек худо-бедно доберемся пешочком. Я полагаю. Но в любом случае на этом серию закончим, ребята. Она такая получилась вне основных миссий, но довольно долгая. Со своими приключениями и приколюхами показал я вам достаточно много. Надеюсь, вы довольны. В принципе, я говорю, я угорать по этим второстепенкам не буду. И мы с вами просто будем играть в сюжет. Мне он нравится, мне он интересен. А второстепенки они так леваком идут. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения и увидимся. Пока. Привет! Специально для тебя, досмотревшего это видео, хочу посоветовать свой второй помидорный проект – BZR Info. Наша команда усердно работает для того, чтобы ты был в курсе игровых новостей. Что там в инди-сфере? Как дела на ММО-аренах? Что нового на мобильных устройствах? Ну и что там происходит-то вообще в игровой индустрии? Все это на BZR Info. А также ежедневные стримы с разнообразными интересными стримерами, в число которых можешь попасть и ты. Ребята стараются, и я уверен, ты зайдешь и оценишь их труд. Спасибо тебе. Дальше круче.